конца 39-й гвардейской дивизии. Следующая остановка – Тевьятичная улица. Царицынское озеро. Следующая остановка – стадион «Монолит». Выход на улицу генерала Штеменко. Оплачено. Оплачено. Генерала Штеменко. Следующая остановка – гимназия номер 14.
оплачено. Гимназия номер 14. Следующая остановка – площадь Титова. Выход к заводу «Титан Бригады» и железнодорожной станции «Байкар». Выход к заводу «Титан Баррикады» и железнодорожной станции «Баррикады». Следующая остановка – больница Ильича. Следующая остановка – Тарифная улица. Тарифная улица. Следующая остановка – автоцентр.
Следующая остановка – школа номер 12. Следующая остановка – улица Шурухина. Выход к железнодорожной станции «Тракторная». Оплачено. Остановка улица Шурухина. Выход к железнодорожной станции «Тракторная». Следующая остановка – школа номер 3.
Дзержинского. Следующая остановка – Механический институт. Выход к троллейбусу номер 9. Он ошибается иногда, не пробивает. Отказ. Оплачено. Она у тебя универсал. Хватит, я же за себя заплатила. Ты что, нет, это первый раз у меня оплачено было. Просто видишь, у меня же поездка. Одного человека мне надо было с интервалом там полчаса. Институт. Троллейбусу номер 9. Следующая остановка — улица Кропоткина. Улица Кропоткина. Следующая остановка — парк памяти. Спасибо.
остановка Новая Спартанская. Выход на улицу Волжской Флотилии. Следующая остановка гостиница Стар. Выход на улицу Костерина. Выход на улицу Костерина. Следующая остановка – микрорайон Спартановка. Выход на улицу Грамши. Конечная. Личные вещи и документы. Не торопитесь. Детей держите за руку. Спасибо, что выбираете нас. До новых встреч.
А вы не подскажете, это конечно? Или он на ГЭС едет? На ГЭС восьмерка, это десятка. А. Thank you.